Всем привет, вы на канале Tech Union, и сегодня мы с вами разыгрываем два пробилета на выставку Photomob. Слева снизу вы видите камеру, и она снимает, собственно, вот вокруг монитора, для того, чтобы вы понимали, что нету никаких склеек. Я постараюсь все время махать руками, для того, чтобы вы действительно поверили в то, что это у нас правдоподобный розыгрыш. Итак, в чем у нас фишка? 6 комментариев, на самом деле 8. Здесь мы не читаем один комментарий, потому что Киев — это очень далеко. Мне кажется, что этот человек, собственно, не собирался и участвовать, поэтому мы переходим на сайт Lisa On Air и вставляем ссылку. Сейчас у меня на бэкграунде должно начать проигрываться наше видео, и нажимаем на клавишу «Мне повезет». Напоминаю, у нас два билета. Итак, первый претендент — Андрей Садовой. Переходим на его YouTube канал и здесь выбираем вот его и смотрим. В подписках мы видим, есть Tech Union, поэтому напиши мне ВКонтакте или где тебе будет удобнее со мной связаться, и, собственно, я тебе отправлю билет. Желательно это сделать как можно быстрее. Еще раз обновляем поиск, и здесь у нас Андрей Вусатюк. Андрей. Мы переходим к нему на YouTube канал и видим, что... Да, мы видим, что он подписан на канал, даже лайк поставил. Поэтому у нас есть два победителя: Андрей Садовой и Андрей Вусатюк. Вот смотрите, прям вот интересно, два Андрея. Нужно желание загадать. Напишите мне как можно быстрее ВКонтакте, я вам отправлю данные билеты. Ну а вы не отчаивайтесь, вскоре будет еще розыгрыш билетов на другое мероприятие, также в Киеве, я думаю, будет интересно. Поэтому подпишитесь на канал, поставьте лайк. Ну а если вы вдруг не выиграли, то переходите по ссылке в описании и покупайте данный билет, ведь на этой выставке будет интересно. Пока!